Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, что такое дорожная карта и зачем она нужна? Если говорить очень просто, то дорожная карта, по большому счету, это календарь реализации вашего проекта. То есть на первой стадии мы пишем о том, что мы собираем деньги, на второй стадии мы говорим, что часть из них тратится, например, на маркетинг, на техническое дополнение, там, создание MVP. Там, на третьей стадии мы приходим непосредственно к уже релизу, на четвертой стадии мы начинаем там извлекать прибыль, на пятой стадии каким-то образом эту прибыль вкладываем в проект, распределяем ее и так далее. Почему дорожная карта очень важна? Потому что она должна пересекаться с теми положениями, которыми вы фиксируете в white paper. Очень многие об этом забывают, и бывает часто, что в дорожной карте написано, что реализация проекта, например, составляет 2,5 года. Когда читаешь white paper, приходишь к выводу, что на самом деле и 8 лет не хватит. В этом случае ваш проект, к сожалению, могут отнять.